Я говорю, есть деревенские сумасшедшие, ничего не сделаешь. Но они походят, походят и успокоятся, а мы тут будем жить дальше. Вот они пришли как-то к 15-му дому. Значит, ничего, кроме пиара, тоже две видеокамеры, два фотографа, куча лиц, они такие делают умные лица, а сделать ничего не могут. А потом пришла управляющая компания, провела собрание с жителями, все им объяснила. А потом одна из женщин, она жена нашего работника, обратилась с просьбой сделать пандус, потому что у нее ребенок инвалид. И вот, пожалуйста, мы с вами сегодня видели, что пандус почти готов. А вот эту панель, ты же тоже переварил? Будем менять, да, перевод, да, все будем менять. В этом же стиле? Да, 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 ну, однообразно, не безобразно. Ну да, и потом мы договорились, что мы все побелим вот это вот, да? Да, ребята, да, послезавтра займутся. Ну, что тебе фотон еще? Да? Под цвет приблизительно, фасада. Ну, да, не белый, а... Бежевый, да? Да. Ну, бежевый, да, да, да. Ты этот, прям выходишь как хозяин. А чего? Ну, правильно, ты здесь живешь? Ну и правильно, ну вот скажи мне, что тут еще надо сделать? Нормально. Не, подожди, что такое нормально? Да еще что ты должен сказать, что надо сделать, ребят, ломает? Ты должен как хозяин выходить и говорить, что тут ломает? А я уже гонял сколько их. Ну так надо уже... Здесь две девки ходят, да и два пацана. Ну ты хоть так сфотографировал бы ради интереса, я хоть знал бы. Сторожем. Сторожем. Может, дружинником внештатным, а ты сразу расскажи. Дружинник, вот. Ладно, давай. Пойдем туда, зайдем, посмотрим. Обратно поставить, а то некрасиво. Ну и чего? Завтра заменим, да. Да? А, ну тогда мы точно уже заделаем все до конца. Да, да, да. Классно. Что еще мы тут не сделаем? Потолок поклеим, покрасим, это сделаем. Да, молодцы. Ну а к субботнику-то мы готовы, краску купили? Нет. А плитку не покупали для этого? Нет. Слушай, Михаил Юрьевич, ему не будет неделю, поэтому Николай Васильевич, берите Николая Васильевича и давайте, принимайте решение. Альмира Касымова снимет вот эту позорную доску, вот, для того, чтобы вы покрасили нормально, уберет ее. А вы эту штуку сможете обойти? Я думаю, наверное, ее на одну линевку. Слушай, я не знаю этот уклон. Нет, не надо. Надо ее завернуть и уйти туда. Сделай уклон в другую сторону, туда, вниз. И там пускай она туда стекает. Потому что иначе тут попадет вода, ну, конечно, в ту сторону. Хорошо. Не справится. Вот кто-то болтает, а кто-то работает. Поэтому... Они, видимо, привлекли внимание. Завтра скажут, что вот мы подняли вопрос, только вот благодаря нам он, собственно, и решился. Да, и в 20-м доме они тоже подняли вопрос. И в 25-го дома положили лежачего полицейского, это они подняли вопрос. И вот завтра наверняка взойдет солнце, это тоже они. Вот. Поэтому о чем мы говорим? О том, что прибежать, поверещать и убежать – это их кредо. А наше кредо с утра до вечера ходить работать. Делать так, чтобы людям было лучше жить.